Константин Кольцов, который теперь является лучшим бомбардиром своей команды. 15 очков по возрасту. И поэтому вот так. То есть они у нас так считаются лимитчиками вроде бы. Ковач. Здорово. Ковач обыгрывает Мазягин. Не сумел в ближний угол шайбу проткнуть. Галимов там без критики. Была по нам брата. Тоже не первый год здесь. Был опаснейший момент. Это Зарипов накатывал на пятачок. И вот еще не получилось сразу же бросить Зарипову поворотом. А вот теперь штанга. И бросок еще. Нет, не будет этого броска. Но почему же не стал бросать сразу поворотом? Еще одного молодого парня, который успел уже запомниться, я говорю о Владиславе Каменеве. Но вот это момент, Косов, и Галимов получает свою команду. Класс и свою зону, длиннющий, который отрезал всю оборону Атлант. Вообще всех, кого мог отрезать. Может быть, в Сочи, или я не знаю, сначала там в Чехию. Какой-то чешский Новогорск, где у них там проводятся сборы. Перед Евротуром Зарипов, Ли, бросок воротами, шайба в сетке, 1-0. Крис Ли подтверждает звание лучшего бомбардира защитника, подтверждает звание лучшего снайпера среди защитников. И забрасывает он шайбу за 50 секунд до завершения второго периода, открывая счет в этом матче 1-0. Ладно, Ли не лучший снайпер, у него 10 шайб. Куин там лучший снайпер, но Ли лучший бомбардир. Ли лучший бомбардир, 26 очков у него теперь становится. После этого гола. Смотрите, уложил там Энквиста на паузе и затем бросает поворот. Он здорово там прокатился перед воротами, перед вратарем Зарипов. И еще одно обоюдное удаление. В формате 4-4 продолжается игра. Ой, Мазягин обокрал Артюхина. И выходит один в ноль. Но не сумел переиграть Галимова. А вот теперь уже Брэд в роли Радулова. Коньком он ехал в ловушку Галимову. Щитком своим Тимкин. Пас делает на пятачок. Оттуда шайбу Великов отбрасывает. Он оттуда возвращается. И в штангу попадает Денис Платонов. А Галимов даже не видел этого момента. А мы смотрим вот этот момент, когда Платонов попал в штангу. Посмотрите, где Галимов. Косов пошел в зону. Малиновский бросок мимо. Хорошо было сделано. Хватило точности Малиновскому. Батыршин. Попадает Батыршин в Потехина. Но шайбу отлазает. Сдвинутая игра остановлена. Момент вернейший был у хозяев площадки. Михнов здорово привез шайбу на пятачок. Не успели, матч завершен 1-0 победы Магнитогорского «Металлурга». И Василий Кошечкин второй матч подряд, как и весь «Металлург» играет на бой.